Всем привет! Приехал в лес поставить капканчики. Сегодня хочу поставить на енота. Завтра выпадает выходной, так что время есть. И здесь я приезжал зимой, сколько раз ловил енота тоже. В это время, сегодня морозики. У нас такие градусы 14, наверное. Ну, везде выпал снег, вот так бело стало. Взял потоск и пару капканчиков. Таких. Такой потоск такой. Потоск хороший, сравни со мной. Вот сейчас на тропу хочу поставить пару капканов. Один к дереву привяжу, один поставлю на тропу. Надеюсь, что сегодня ночью они выйдут все-таки. Вчера снегу сегодня подсыпало, вчера выход был. Енота, есть следы. Тут сильно незаметно. Вот норник. Отсюда не было выхода. Вот с этой норы. Вот она внутри, нора. Под этим кустом. И здесь видно, что был выход. Вот он, енота был. Выходил енот. Сейчас поставлю дальше здесь на тропу. К дереву. Куда он ходит. И один капкан с потоском поставлю здесь. Сейчас посмотрим. Сейчас расположусь маленько. Включусь дальше. Расположил так потоск. Вот прям перед следом капкан. Хватает сюда. Сейчас поставим его здесь. Как бы так поставить камеру. Так, наверное. Заряжаем капкан. Вот сюда, здесь енот как раз наступает. Вот что-то он. Так приподнять, чтобы ничего не мешалось. Такого. И травка его аккуратненько прикрываем. Видно, как раз вот этот куст, он енот прям прыгает прям через этот куст. Надеюсь, туда попадется. Полынемся всякой ерундой. Засыпаем. Длинные убираем, а листву оставляем. Пух, листву. Сейчас его до конца закрою. Снежку можно маленько. В принципе. Так, сейчас еще полыни туда. Все, вот капкан прикрыт. Ну, пойдем ставить второй капкан. Вот, по тропе пришел еще. Видно, что он вот он ходил. Сюда. Вот он проходил. Сейчас привяжем его сюда к дереву. Поставим сюда второй капкан. Вот на этот пятачок на снежный. Сейчас здесь почистим под капкан. И установим сюда. Здесь тарасанов как раз. С запасом хватает. И вот он сюда же тоже прыгает. Точно так же. И прикрываем его. Так, чтобы не замерз. Все, и оставляем его так. Сейчас пару веточек сюда вот так. Сделаем, чтобы он чуть-чуть подальше, чтобы когда вышел оттуда из норы, чтобы он прыгнул через эти ветки и попал как раз в капкан. Здесь живет, скорее всего, старый енот, так что след крупный, как и лисий.
Но он здесь в норе снег выпал утром рано. Ну, что, то есть вчера был, но не так много было. Утром еще подсыпал свежий снег. И следы есть туда, вход двух енотов. Ну, они с парами живут. Обычно так, чаще всего. У них семейство такое двойное, можно сказать. И вот они. Два хоть как там в норе. Завтра, может быть, если нам повезет, один из них поймает. А может и оба. Посмотрим. Всем счастливо.